22-летняя Злата Павлова учится на математическом факультете ТФГУ. Несколько лет назад она начала заниматься спортом для здоровья. Но тренер быстро оценил необыкновенно хорошие физические данные девушки. Так Злата начала спортивную карьеру в тяжелой атлетике. И недавно она стала первой девушкой в Твери, которая выполнила мастерский норматив по данному виду спорта. Злата отличилась на соревнованиях «Путь к Олимпу», прошедших этим летом в Москве. Она стала бронзовым призером в весе до 55 килограммов с суммой 142 килограмма. Помимо Златы, на пьедестал почета спорткомплекса «Салют Гераклеон» поднялась еще одна девушка из Твери. Ирина Нилова заняла третье место в категории до 76 килограммов с суммой 142 килограмма. Обе девушки занимаются в спортивном клубе «Хатазал». И впервые в истории спорткомплекса на пьедестал взошли сразу две спортсменки из Твери. Хороших вам новостей!